воздействуйте на выключатель с заклинанием Флипенда, и дверь откроется. Заклинанием Флипенда можно воздействовать на самые разные предметы. Например, на этот котел. Попробуйте его опрокинуть, мистер Поттер. Очень хорошо. Теперь вам нужно собрать звезды. Я встречу вас попозже. Здравствуй, Гарри Поттер. Я почти безголовый Ник, привидение факультета Гриффиндор. Это книга сохранения игры. Когда ты ее коснешься, игра будет сохранена. Если ты потеряешь все силы, тебе придется продолжить игру с этого места. Еще сохраненную игру можно загрузить из главного меню. Пока! Чтобы сдвинуть препятствие в сторону, воздействуйте на него заклинанием Флипенда. Flipendo!
Слепендо! Слепендо!
Это гномы. Они обожают пакостить юным волшебникам. Чтобы завершить эту тренировку, оглушите их заклинанием. Гномы очень шустрые и могут причинить много неприятностей. Поздравляю, мистер Поттер. Тренировка закончена. Вы собрали все звезды. 20 баллов факультету Гриффиндор. Теперь поспешите на урок полета. В гостиной своего факультета Гарри, Рон и Гермиона вспоминали первые дни учебы в Хогвартсе и обсуждали недавнюю попытку ограбления банка Гринготтс. Правда, долго поговорить им не удалось. Гарри и его друзья должны были идти на свой первый урок полета на метлах. Полет преподавала мадам Трюк. Я ваш инструктор, мадам Трюк. На первом уроке вам предстоит пролететь через эти волшебные кольца. Метлой управляют при помощи клавиш со стрелками. С помощью клавиш увеличения и уменьшения скорости можно изменять скорость полета. Готовы, Поттер? Старт по свистку. Хорошо, мистер Поттер. Сделаем кольца поменьше. Через кольца надо пролетать. За лучший счет ваш факультет получит дополнительные баллы. Баллы. Смотрите на следующее кольцо.
Вы словно родились в воздухе, мистер Поттер. 10 баллов. Вы можете потренироваться в любое время, выбрав соответствующий пункт в главном меню. Вам пора на урок заклинаний. Всего хорошего, мистер Поттер. Желаю удачи. Сегодня я нашел за шкафом потайную дверь.